Дорогие коллеги, рады приветствовать вас в эфире. Ваша самая любимая рубрика «Resort Holiday News». Меня зовут Николай, а мою коллегу Елизавета. Спешим напомнить, что «Resort Holiday News» — это только самые добрые и актуальные новости туризма. Дорогие коллеги, хотим рассказать об увеличении рейсов авиакомпании «Аэрофлот» на самые популярные курорты. В зимнем расписании авиакомпания будет совершать рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на Пхукет, увеличивает количество рейсов в Дубай и продолжает полетную программу на Мальдивы. Кстати, к слову о Мальдивах. Коллеги, обратите внимание на наши гарантированные блоки мест на рейсах авиакомпании Emirates и Oman Air. Ближайшая дата вылета 16 ноября. И, кстати, мы предлагаем самые лучшие цены на рынке. Дорогие друзья, также в ассортименте наших блочных направлений представлен Маврикий. Предложите своим туристам отправиться в незабываемое путешествие по супер выгодным ценам. Тем более, мы запустили новую яркую акцию Resort Holiday Bonus. Получайте 100 мантаконов на свой бонусный счет за бронирование туров на Мальдивы и на Маврикий на блоках компании Emirates и Oman Air. Спешите воспользоваться этим выгодным предложением. Дорогие друзья, хотим сообщить вам об эксклюзивных ценах на отель Oga Art Resort. Наши цены лучшие на рынке, поэтому успейте забронировать отель до 30 ноября. Друзья, и коротко о погоде. В Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие города России пришла настоящая осень. Временами возможны осадки, прошу прощения, поэтому обязательно надевайте шапку. Ну и, кстати говоря, спастись от холодов вы и ваши туристы могут на нашем сайте, ведь у нас в ассортименте большой выбор пляжных направлений. Коллеги, на сегодня все. Желаем вам больших продаж и хороших выходных.